Здорово, с тобой Гар. Вот и наступил тот самый момент. Пятый сезон вышел, и он по традиции принес нам новую пасхалку. Сейчас я вам расскажу, как ее открыть. Ну и по классике. Лайк, подписка, колокольчик. И я буду дальше стараться первым находить и разбирать для вас пасхалки. Погнали! Мы идем на карту возвращения. В размере 64 человека. Ну, в принципе, без разницы, она и так на 64 человека. И берем специалиста, у кого есть взрывчатые оружие или вещества, ну, в общем, что угодно взрывчатое. Первая пасхалка находится рядом с точкой А1, рядом с американской базой. Сейчас мы туда пойдем, и я покажу. Погнали! Вот в этом вагончике находится наша пасхалка. Здесь нужно взаимодействовать с радио. Находится на карте. И мы получим вот такой вот фон игрока. Карточка называется «Никогда не сдаваться», и в ней есть лор. В возрождающихся землях кроются тайны. Наши друзья из Моравии неплохо поработали. Враг отступил, но ненадолго. Скоро верные воины снизойдут на эту землю и захватят то, что они потеряли. Путь на запад продолжится. Будьте начеку, неприкаянные. Мы должны сплотиться перед грядущей угрозой. Я дам сигнал, когда придет время битвы. Вторая пасхалка требует от нас, чтобы мы... граффити лошади и чудовища. Сейчас покажу, где эти граффити находятся. Первое граффити лошади находится рядом с точкой С1. Вот оно, граффити лошади. Нужно на него посмотреть, ну и можно как бы повзаимодействовать немножечко со стеной, на всякий случай вдруг не засчитается. Следующее граффити — это граффити с чудовищем. Оно находится рядом с точкой С2. Ну и рядом с первым граффити. Вот оно, собственно, чудовище. Лжецы, тут написано. Тоже нужно повзаимодействовать. Вот здесь. Ну и третья пасхалка очень загадочная на этой карте, и она явно нас будет, скорее всего, вести к раскрытию Мегалодона или чему-то подобному жуткому, как, например, BF1 с Мастерманом. Такой вот непонятный, загадочный черепок, как капище. Находится на американской базе, вот здесь, на карте. Очень загадочно, причем можно с ним как-то повзаимодействовать, ну и он улетел. В общем, вот такие вот интересные вещи. Ну вот, новый сезон дарит нам сюрпризы. Я уверен, что это еще не все. Как обычно, если что узнаю про новые пасхалки, сразу будет видео. И вы также узнаете об этом в числе первых. Спасибо большущее за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик и пишите в комментарии, как тебе эта пасхалка. Также на канале есть ролик по пасхалке-тизеру к пятому сезону. Обязательно пройдите ее, пока она доступна. Осталось совсем мало времени. Там неплохие награды. Ссылка в описании и в правом верхнем углу. С вами был Гар. Всем пока.